Так как ты обучалась в хореографическом классе, желаю, чтобы ты шла по этой жизни танцуя. Так как ты изучала несколько языков иностранных, желаю, чтобы в любые моменты жизни ты находила общий язык со своим мужем. Так как ты любишь писать стихи, желаю, чтобы негативные эмоции ты выплескивала на бумагу, а не друг на друга, а не на мужа. Поэтому, обращаясь к вам обоим, от нас двоих, желаем, чтобы вы действительно находили общий язык, были друг у друга в любой момент жизни, и хороший, и не очень, потому что действительно жизнь складывается из мелочей и разных ситуаций. Вот. И берегите друг друга, уважайте и слышите. Понимаете? Люблю вас. Спасибо. Слушайте, ну а мы целуем, обнимаем, двигаемся, да, к нашим молодоженам. Бокалы, воздух, шумим, поехали, не сбавляя оборотов, скоростей. Так это не шум. Шум — это когда встали. О, другое дело. Держите. Горячие уже на наших столах. Приятного аппетита. Закусываем.